Ну что ж, российская футбольная премьер-лига возвращается на ваши экраны. Встречу домашнего чемпионата для вас с удовольствием проведут Георгий Черданцев и я, Константин Генич. Надеемся, вы успели также соскучиться по отечественному футболу, как и мы. Мяч круглый, поле ровное, пусть победит сильнейший. Сегодня московский «Спартак» встречается с махачкалинским «Анжи». Чем удивит «Спартак» сегодня? Вот в чем вопрос. Первые два матча сыграны, 4 очка из 6 возможных получены. Это как раз тот результат, которого, наверное, чемпионов и ждали. Давайте посмотрим, что будет сегодня. Смотрим состав «Спартака». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Нам показывают состав команды гостей. У другой команды аналогичная схема 4-5-1. Как знать, может быть, команды сегодня больше думают не об атаке, а о защите. Первый удар по мячу, и игра началась. Фернандо. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Фернандо. Отлично сыграно, надо решать. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Фернандо. Это может быть опасно. Итак, у нас аут. Дмитрий Комбат. Роман Собнин. Какой удар! И пробил! Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков, но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Тут может что-то получиться. И подает штрафную. И вратарь забирает это. Мяч
Двигается с мячом вперед. Мяч ушел в аут. Джано. Пробил! Удар заблокирован. Счет прежний. И как опасно пробил. Удар в перекладину. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Это может быть опасно. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Подачи есть там кому сыграть. И в штрафной мяч. Атака может быть опасной. Отобран мяч. Надо возвращаться. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И выносится мяч из штрафной. Красиво сыграл вратарь. Это угловой удар. Неплохой удар, но вратарь на месте. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Самое скопление игроков, угловой под. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел, поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Подача! Чей мяч будет? Хороший вынос мяча из штрафной. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Шакирини! Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Тащит мяч вперед он. В этой атаке оборону пройти не удалось. Защита надежно играет, мяч отобран. Защитников просто не заметил. Да! Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. И прямо в центр штрафной мяч летит. Выбит мяч из штрафной. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Выбили. Фолят игроки Спартака. Что решит судья? Неожиданно, прямо скажем, Пьер-Эмерик Обамеян переходит в мадридский Реал из Дортмунда. Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Тут может что-то получиться. Хорошая игра защитника, чисто сыгран. Арсен Кубулов.
Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. И подает штрафную. Тут все очевидно, будет штрафной. Роман Зобнин. Такие передачи придают атакам остроты. Кулаками играет вратарь, мяч выбит. Аут. Джонатан Кастро. Защита справляется. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Пока неплохо. Джано! И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое, и гол обязательно придет. И подача туда, в сторону ворот. Забивает он гол, да! Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Отличная атака, отличный гол. Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечке. Повтор гола нам показывает. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. Команда повела в счете. Тренер буквально расцвел на глазах. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Это может быть опасная атака. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Совсем не точным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось. Вы только взгляните, с каким изяществом он отправил мяч в сетку ворот. Красивейший гол. Фернандо. Отличный проход. Посмотрим за этой атакой. Мяч за пределами поля, угловой. И прямо в центр штрафной. Решил пробить. Но это совсем мимо цели. Удары с лёта получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Эммануэле Джеккерини. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно... Пас на ход партнеру.
Момент упущен, навес не получился у игрока. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Ждем угловой. Самое скопление игроков, угловой пон. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Четыре минуты добавил судья к основному времени матча. Джекирин. Отобран мяч, надо возвращаться. Дмитрий Камбар. Тут может что-то получиться. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Защита первая на мяче, вынос Фернандо. И как пробил? Да, это совсем не точно. Удар по воротам. Мяч уходит на угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Тренер, по-моему, не верит, что с такой дистанции можно не забить. Просто взяли и подарили мяч вратарю. Нет, такие шансы, конечно, надо использовать. В этой атаке оборону пройти не удалось. 1-0 после первого тайма. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверен. Очень, очень здорово. Просто восхитительно он играл в первом тайме. Забил гол, вел команду за собой, еще и в штангу попал. В общем, на второй тайм задача понятна. Парень, так держать. Спартак ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Отлично сыграно, надо решать. Тащит мяч вперед он. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Еще чуть-чуть, гол мог быть. Нет, не дошел этот пас до адреса. Это может быть опасная атака. Штрафную подачу есть там кому. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Гол сыграно как по нотам.
Просто идеально передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечке. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился. Разыграли стандарт они действительно грамотно. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Джонатан Кастро. Здесь он попадает под прессинг. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И пробил! И что это? Гол! Так бывает в футболе, хотя, конечно, не каждый день игрок обороны пришел к чужим воротам и забил. Действительно редкий случай, и, возможно, этот игрок в детстве мечтал стать нападающим. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Передача в его исполнении сегодня невероятно точна. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это может быть опасно. Отобран мяч, надо возвращаться. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Посмотрим за этой атакой. Защита справляется. Жано. Защита надежно играет, мяч отобран. Это может быть опасно. Вот так нельзя. Нужно забивать. Но это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность, но удар у него, мягко говоря, не получился. Итак, замена. Весьма вовремя, надо сказать. Джонатан Кастро. Хороший пас. Что тут получится? Навес в центр штрафной. Александр Самедов. Проходит эта передача, может быть опасно. Опасно, но выше. Хотел забить точным ударом, но немного не рассчитал силу. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Джонатан Кастро. Луис Адриан. В этой атаке оборону пройти не удалось. Роман Зобнин. Пока неплохо. Удар. Транзитом через перекладину мяч влетает все-таки в сетку. И
Мощнейший удар пришелся в каркас ворот, после чего мяч опустился таки за ленточку. Нельзя сказать, что гол вытекал из логики игры, однако такой эпизод определенно придаст уверенности Голеадору. Ничего серьезного, все здоровы, просто обычная замена. Одна команда сегодня на поле. Нет, не дошел этот пас до адреса. Джано. Тут может что-то получиться. Положение вне игры. Джано. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Арсен Хубулов. Роман Зобнин. Это может быть опасная атака. И подача туда, в сторону ворот. Хороший удар какой получился рядом со штангой. Прицельно бил в угол и уже видел мяч в воротах, но чуть-чуть не хватило везения. Отлично сыграно, надо решать. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Тащит мяч вперед он. Подача, чей мяч будет? От головы в ворота, класс! Здорово он сыграл, согласитесь. Потрясающий удар головой, великолепный гол. Отличная атака, отличный гол. Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечке. Вот такой удар головой и гол. Я бы здесь отметил голевой пас. Очень здорово он нашел голову партнера этим навесом. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает крупно. Судя по усиленной разминке, одного из игроков сейчас будет замена. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Ну что ж, болельщики хозяев сегодня получили ровно то, зачем они пришли на стадион. Да, преимущество хозяев, по-моему, никаких вопросов сегодня не вызывает. Блестящий он сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Угловой номер... Какой номер? Не лучший матч в его исполнении. В игру он откровенно не попал. Очень мало получает мяч в этой игре. Частично ответственность на полузащите, но и ему тоже не помешает работать активнее. Открываться, уводить за собой защитников. Но пока мы, к сожалению, этого не видим. Подали мяч с углового в центр штрафной. И как пробил. Вратарь забирает мяч. Хорошо укрывает мяч корпусом.
Это может быть опасно. И ближе к воротам игра переходит. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Чуть помягче надо было сыграть, а так это подарок для вратаря. 83-я минута матча. Ставит корпус, не расстается с мячом. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Пока неплохо. Да, бездарно упущенный момент. Ну ничего, думаю, его после матча ждет очень непринужденный и веселый разговор с тренером. Что, 5 минут осталось. Самедов. Посмотрим за этой атакой. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Тут его прижимают, не дают пространства. Травма, судя по всему, какие-то мышечные проблемы. Джонатан Кастро. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вот это да! Отлично сыграно! Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Фолят игроки «Спартака». Что решит судья? И пробил! Прекрасно действует вратарь, выбрал позицию, подготовился, мяч у него в руках. Матч окончен. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле показывает. Да, наверное, если бы еще несколько мячей на поле бросить, они бы все в одни ворота и покатились. Он сегодня провел выдающийся матч. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог и команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас.